Шота. Владислав и Егор остаются, но за смоками. Опять же таки, эта бомба стоит. Они не могут вырваться. Еще и там бомба идет перетяжка. Шикарная. Да. Бомба шикарная за контейнером. Смок, правда, у нас есть у Владислава. Можно как-то попытаться смок откинуть все-таки на бомбу и под этот шумок разминировать. Не знаю, флешку на банан. Нужно стараться. 5 секунд. Владислав идет в абан. 4 секунды. 3 секунды. 2 секунды. Владислав! Владислав дефузит бомбу в этом раунде! О, боже мой, друзья! Все получилось! Какой фейл от команды Cloud9. Они не справляются. Единственное,